Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем прокачиваться. Сапану монаха. Не спеша. Потихонечку. А что тут надо сделать? Сюда прийти. Ну, давай сюда сначала прийти. Что у нас здесь? Свисток какой-то. Неизвестный. Почти у нас уже 77 уровень. Она что-то будет интересненькая, я уже не помню. Нет, только в 70-м. Только в 80-м. Тут что такое? Бомбу, что ли? И отметить надо. Только-то от этого непонятно. Ну и фиг с ним. Опа, пауки тут лазят. Я так помню, как отмечать сначала надо, да? И последний остался. Вот здесь она находится. Это здесь. А, вот она. Как будто стирать, что ли, упал, типа того. О, руда. Руда. Без нее никуда. Нифига себе ты посохом фигачишь. После этот какой. Кирка была сзади. То есть сейчас выполним 7 квестов здесь. А потом мы только... Опа-на, тут квест какой-то есть. Возьмем его. Наборов еще надо собрать каких-то. Каких наборов, фиг его поймешь. Ты что наделал-то? Гномский, Атама. Казалось, груз какой-то. Тебя что надо искать? Понятно все. Это я все понял. Чего? А, тут Рита стоит, нифига себе. Не, с ним согласен. А что это, что тут надо сделать? Кого? Кого надо отнести? Тебя, что ли? Не. Кого-то надо куда-то отнести, блин. А. Тут что-то непонятно. А, во. Его вызвать и отвезти надо. Понятно все. Давайте еще вот это найдем. Осталось последний. Вот он разваряется. Чудо юдо рыба кит, блин. Прям в воде. И тебе свистнем. Ну и где ты? Возле самолета вот здесь, что ли? Там-то, блин. Это стоит. Ты уже не слишком страшен для меня, серый волк. Так, тут что-то не понимаю. Ну, вызов. Опа, она. А, понятно. Чё, пойдем? А куда на безопасное место? Дожди-ка. Так, это я сделал. Это вот эту деревню, что ли? Ё-моё. Ты чё, издеваешься, что ли? С это говном тащиться туда? Так, пешком.
Ну, труда есть. Руду накопим, да. Точняк же. Это же офигенно просто. Я прям мечтал вот это делать. Вот эту руду копать и копать, копать и копать. Осел, погнали. А, это лошадь, кажется, у нас, да? Вот сюда надо. Погнали. И сюда. Что следить за ним надо. Я вижу, что там не с горами уже. Так, ну сюда. Ну, 1000 опыт нормально. Я согласен. Ну и скоро у меня это и пропадет. Это и это пропадет. Надо будет фигни купить, точняк. Ничего не додумался. Давно опыт еще получал бы. Еще не готов. Я не могу это сделать. Понятно все здесь. Я пока не могу применить. Ну давай, погибай, блин. И тебя надо уничтожить, ты у нас. Я не могу. Помешаешь. Это по-любому. Ну, затажный опыт, по идее, получить. Недостаточно энергии. Я пока не могу применить эту способность. Там что у нас, даже катаклизм что идет, я не помню. Ну, я катаклизм лучше был это... Хиджайские горы бы. Погнал бы, на самом деле. Хотелось там квесты бы выполнять. Прикольно было так. Недостаточно энергии. Заклинание еще не готово. Ну, если так убитого всегда мне 1000 давали, то сколько их мне надо было? 445 убить. И все было замечательно. Тоже со слом белый. Опа, и 1000 почти. Ну, 800 лан там несколько погрешности было бы это. Что я... Ну, получу, конечно, может... Меньше опыта, ну, может, 500 убили. Ну, ладно, там не 500, может... 600... Убитых. Это куда мне вообще тут тащиться? А, сюда вход так. То я в полете. Был. Ну там тоже есть. Ну обходить-то меня охота. И кому мне этого дурака притаскивать? Так. Кому? Тебе что надо? Во. Эй, как дела? Я не помню что. Во, опыт. Пока. Опыт и уровень. И тут квест ты хочешь дать мне. О, я знал, что ты придешь. Ну все. И тебе надо сдать. О, я знал, что ты придешь. Что-то у вас все повторяется на самом деле. Так, что у нас теперь? 4%, всего 17 тысяч. Что там у нас? Ууу, сюда надо. Ну я сейчас здесь разберусь. Вот это вот. Сейчас здесь собрать энергию надо. А потом туда побежим. Ну, точнее, вот туда. Квестики. И после него пойдем еще вот этот. Ну да, что там. Единичная фигня какая-то. Потом от него туда побежим. Ты мне, что ли? А, так, что тут надо сделать? Надо подождать. А, понятно, все. Тотем вызываешь, он убиваешь это, он берет энергию. Ну все ясно. Без проблем. Только фигово того, чего они восстанавливаются, блин. 30 секунд. Дурацких 30 секунд. Где успеет этот? Да бог он сюда добежит, блин, нафиг. Иди сюда. Ну иди сюда. Дурак поставил, не знаю, что делать, да?
Да. О, хорошо. Еще не готов. Взято в плен. А, замедлил меня. Ну что, пойдем вниз, а тут ничего нет, нифига. Еще фигню страдать буду я. Скажу вам так, ребята. Ну что, бухнем? Просто так. Так, кто там здесь ставлю я? Сюда. Нифига, вот это урон. Чего? Отчумить, вообще просто супер. Просто офигительный супер. Как я его, блин, замочил, да? Я не знал, чего он так уничтожает. Так, так, так. Здесь как дела? Если кто его прямо здесь вот. Ставим тотем. И сюда. Что ты не хочешь нападать, а? Чего все мне приходится делать, а? Иди сюда. Ну. Надо подобраться поближе. Надо подождать. Вот еще один готов. Еще осталось 5 штук. Сюда. Я пока не могу прочитать это. Еще не готово. Теперь 6 штук. А тут руда есть. Но это уже зарядилось. Ну, полететь до руды. Потом здесь я поставлю тотем между их двух. Вот 7-8. 9-10. Опа, нам уже все. Опыт маленький. Че, подожди. Я пока не могу применить. Ну что, давай его. Захватывай. Возьмем его себе под властью. Сюда. Мужик. Но. Ай, мамочки. Я не могу это сделать. Готов, еще осталось 2. Иди сюда. Че так долго-то? Ну, захватывай его. Как, блин. Охотники с душами какими-то. Надо подождать. Готово. Остался последний, вот он и есть. Я тебя выбираю, пошли. Ну что-то боитесь вы все постоянно. Вот так вот. Мне не хватает энергии. Готово. Ну что, полетели когда туда? Сюда вот. Не знаю, что там они хотят. Что-то уже сделать. Все, и все будет чики-пуки. 18 минут, жалко это 18 минут. Может быть, 50 уровнем тоже кого-то победить и получу опять 50 опыт. На 80 у меня еще далеко. 3 уровня целых надо. Это очень далеко. Так, что тут надо сделать? А, понятно. А тут что надо сделать? Нет, сюда не надо. Мне куда-то сюда надо. Да блин. Да блин. Да ё-моё, а. Что это такое вообще здесь? Я ничего не помню, нифига. Посмотрим сейчас, что будет здесь. Ну это еще не другой уже локация. А нет, ну и то же самое. Конечно, мы сейчас сюда пойдем. Не сейчас, а вообще просто продолжение идет. Что тут у тебя такое? Поговорить? Ничто здесь. Я хранит тебя, мать. Окей. Теперь искать кого-то надо. Я что? Нет. Тебя. Во-во-во, вот этих надо убить. 10 штук таких надо убить. Где их найти, фиг узнает, да? Понятно.
Минотавр есть, а этих нету. Блин, минотавр рядом ходит с ними. Фигово, блин, я говорю. Да я не хочу тебя убивать, но ты сам на меня налетел. Чего такие злые-то, а? Все понятно. Будем вот так делать. Больше никак нельзя. Ой, еще один, ой, еще один вижу, вообще замечательно. И по 1000 опыта. Да, сегодняшняя серия будет закончиться. Еще не готов. Заклинание еще не готово. Готово. Еще где-то здесь бегает один. Я видел, тут даже двоих. Я пока не могу применить эту способность. Так, готов. Еще не готов. Мне не хватает энергии. Так, сколько дел убить надо? Еще 4 штучки надо убить. Я слишком далеко от цели. Опа, готов. Ну ткань, блин, ё-моё. Моя круче сам нож. Ну да, тут уже как-то... Ни туда, ни сюда, на самом деле. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу... Ну здесь не я виноват, что он летел на меня. Он сам захотел. Так вот, двоих надо еще убить. Вот один на краю как раз ходит. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Зачем мы их убиваем, я не понимаю смысл большого. А, ну там написано сам наш, надо прочитать, вы знаете. Но мне не слишком оно. Так прям горит это. Узнавать. Я не могу объяснить. Заклинание еще не готово. Так, готово, полетели. Давайте им, ей, точнее, этот квест. Он здесь находится, да-да-да. Блин, прям здесь. Где спит он? Охраняешь его, да? Я знала, что ты придешь. Прощай. Понятно. Семена, я что-то видел на той стороне, что-то было, такие гор какие-то. Вот, да? Требуется наконец... Блин, а нафига эту фигню тут наставили? Ну вот она здесь. Ну давай, вот здесь сделаем. Учину у котла. Какого котла-то? А это нафига когда? Типа размножить его? Фиг его знает. Не знаю, блин. Ну, зря ты не напал, да? Опа, она. Подземка, которую даже не ожидал я. Сыграем. Ну, давай, ё-мо. Не обламывай, не обламывай меня. Короче, обломил меня, скорее всего. Можем не сыграем. Там может сейчас пропасть этот. Как называется? Хил или танк, и все. Ну что, все? Назад побежали. Я и говорю об этом. Сейчас все вулки пропали. Не. Не чумей просто. Теперь танк тупить будет, да? Пойду я отойду.
На секундочку. Посмотрю, что будет. Чтоб понятно все. Так, это фигня. Вот это то же самое все. Это фигня. Так. Ну, вот это дороже стоит. Так. Так, так, так. А, начали. А, это вот это. Портал, что ли, закрывать. Я могу помочь? Счастливого пути. Я тут... Вообще как банда. Где танк-то, ё-моё? Еще не готово. Да ё-моё. Всех уничтожили. И чё, будем атаковать сейчас? Ну это так и долгенький. На самом деле... Инста, ну тут портал только открывать и всё. Больше такого ничего нет. Это чё, урога что ли, блин? Смотреть его. Разбойник-боец, да? Панда. Офигеть просто. Но это я еще не делал ничего, здесь еще неизвестно 100%. О, мало. Пока что. Вот он. Первый враг у нас. Я пока не могу применить эту способность. Еще не готов. Я пока не могу прочитать эту заклинание. Да ё-моё, оглушание это, блин. 4000 урон. Ну, 4000 опыта, вообще замечательно. Итак, бегать. Все 18 порталов. Заклинание еще не готово. Давай, оглушим их. Я пока не могу прочитать это заклинание. Все пало. Заклинание еще не готово. А, это какой-то там был. Один. О, сюда. Ну чё, где они? Надо подождать. А я забыл, как название это называется. Я пока не могу применить эту способность. Ну это нормально пока. Опа, ну ты еще здесь, а? Сначала надо выбрать цель. На той стороне портальчик. Вот он. Я пока не могу применить эту способность. Я не могу это сделать. Понятно, он как мини-босс. Его нельзя оглушить. Я пока не могу. Зато опыт с него. Почти ты... 3700, это вообще замечательно. Да блин, сколько туда сюда бегать-то будем, а? Я не могу. Это мы всего лишь 5 порталов закрыли. Это 6-й, если не ошибаюсь. И нет, фиг узнать того. Я не могу прочитать эту комбинацию. Да вот это воспользуемся. Мне не хватает энергии. Понятно все. Будем эту собаку уничтожать сейчас. Да просто она открыл. Собаку. Опа, хорошо. Да вот так сделаем. Я пока не могу прочитать эту заклинание. Еще не готов. Готов. Где портал-то? Давно такую собаку. Сколько я не играл, давно я такую собаку не убивал. Начнем здесь. Попадается постоянно вот этот. Вода вот эта.
Это тоже не так часто. Я что, передых что ли, пока вес все восстановится? А. Понятно. Будет все здесь. Так и сидим, ждем. Когда они появятся, а? Сюда. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать заклинание. Конечно, много не получишь опыта. Ну, 50 на 1000 нормально. Надо подождать. Мне нужна цель. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Опа-на, прямо на трупаке этого большого. Пьюс. Слишком далеко. Вот так вот. Да ё-моё, где ты? Опа. Готов. А что тут ещё тут есть? Цели. Не знаю, больше никаких ничего. Побежали. Я слишком далеко от цели. Я сначала вот так хотел пробежать и тихо глушить нафиг. Вот так вот. Потом вот это берем. Надо подождать. И все, и готово. И нормально все. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Мне не хватает энергии. Я пока не могу применить эту способность. Еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Так, фигня опять попался. Это мы только 11 порталов закрыли, это и есть 11-й. Я что-то не помню, как это получается. Надо подобраться поближе. Вот так вот. Я не могу. Вообще супер. О, это я возьму с собой. Пригодится. Ну что, второго будет теперь? Упускать, а? Понятно. Я снова жив. Его тоже не убивал я. Давно уже. Заклинание еще не готово. Где танк-то, ё-моё? Еще не готов. Я пока не могу прочитать. Я не могу это сделать. Надо подождать. Сначала надо выбрать цель. Так, ну интеллект мне не нужен. Я так помню, сейчас отдых опять дадут. Ждем их. А пусть этого... До конца, до главного босса. И все. Вот инста закончится. Вот он. Бежим. Я пока не могу применить эту способность. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще не готов. Ну. Недостаточно энергии. Давай. Мне не хватает энергии. Я не могу атаковать. Нифига, все-таки выходит они. Все-таки не выходит, палба, а. Ребят, неудобно, собака тут померла, блин. Двуглавая, тем более. Опа, она. Надо подождать. Опять ты здесь, а? И сколько-то можно, а? Я пока не могу применить эту способность. Готов, бань тебе, доели уже. Эти фигни. Да.
Отдал чуть-чуть. И готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Заклинание еще не готово. Еще не готово. Давай, давай. Я пока не могу применить эту способность. Нормально. Вот и все, и готово. Последний вот это, что она? Здесь будет? Или нет? Да-да, вот это последний, потом босс. Ну, точнее, вот это 17-й портал. Потом босс будет. Мне не хватает энергии. Да, вот и босс. Вы доблестно обороняетесь, но этот город должен быть стерт с лица земли. Я лично исполню волю Малегаса. Да ладно тебе. И превратиться в дракон. Ну как вообще так можно? Ты сил знаешь какая я нужна. Вот так вот. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще не готово. Мне нужна цель. Все готово нафиг. Недооценили вас. Ну ты все. Не можешь сдавать квест, который здесь. Дали нам один. Что угодно. Так, вот это прикольненькое. Прощай. Я прям сейчас их одену. Сейчас, конечно, я не буду смотреть, что надо. А так потом, когда будем этот зачки чести, костюм одеваться и все остальное. Так, тебе квест. Чем могу помочь? Поиск надо. Да светит понятно, тебе вечное тут... солнце. Мы еще встретимся. Понятно. Все сюда, да? Так. Поэтому мы уже все. А, тут еще сколько появилось. Очуметь просто. 77 уровнем, а? Прям, ух, тьма здесь какая-то. Уничтожи плеть. А что, корабль что у них упал, не пойму. Не, какая-то разбитая. Откуда тут, блин, летающая плеть? Ой, летающая фигня появилась. Вот это с логики никакого, блин. Гномы здесь уже стрельбу сделали, блин. Можно сказать так. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Так, готово. А найти его. Опа-на. Я пока не могу прочитать. Это за двоих зачтется, а? Не? О, видите, вот этого нету уже. И опыт уже 500 стал. А будет 900. Заклинание еще не готово. Мне не хватает. Эй, такой уровень. Надо подождать. Как забраться-то наверх? Где-то фигня находится, а? Здесь же наверх подобраться. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу. Чего же творится здесь, я не понимаю. Заклинание еще не готово. Послушники чумы. Некромант шуагида. Недостаточно энергии. Забираемся наверх. Сюда. Добрались, а вот где ты. Че, тебе надо добрый отнести охотник. Обратно, что? Ступай. Отчумить просто. Надо подождать. Еще не готов. У
И что тут надо сделать? Кого-то убить? Это что, меня кого-то надо убить? Я не вижу ни того, ни другого. Я пока не могу применить эту способность. А летать здесь нельзя. Опа. Это не он, нифига. Это фиг его узнает. Ну, пойдем сюда сначала. Может, он здесь находится, я же не знаю. Надо подождать. Надо все-таки уничтожить их. Раньше что-то запутано мне, для меня здесь все было. За Альянс тоже эти квесты, кажется, есть какие-то. Ну давай, забирайся быстрее. Мне не хватает энергии. Опа-на. Сюда что сначала надо, да? Я не могу это делать. Да-да-да, вот он. Мне один есть. Энергию. Шапка. И вот это, нифига себе здесь. Так. Это обычный. Надо подождать. Да меня не парит нифига. А это где интересно находится? Лич Ворд какой-то. Верхушки что ли? Не. Заклинание еще. Нифига ты профессор. Мне не хватает энергии. Доктор, блин, наук. Доделанный. Надо подождать. Я пока не тут какой-то лича надо еще убить. Какого лича? Чего там надел? Фиг его поймешь. Ну, заберемся еще выше. Посмотрим, да интересно, что здесь такое. Может, он здесь стоит. Да-да-да, я угадал, он здесь. Ну как, блин, повезло. Недостаточно энергии. Нет, я думаю, на него потрачу. Скорее всего. Эти будут зарядны, конечно. Зарядится она. Так, этих я убил. Нифига себе, все сделано. Да-да-да. Все готово. Даем квест. Да, сдаем квест. Это хорошо. И полетим уже на базу, там сдадим квест и все. Скорее всего, серия закончится. В следующей серии будем готовиться уже. Ну, 77 уровень уже получил, это нормально. Конечно, каждую серию по уровню замечательно было, но не получится оно же. Так. Понятно, так. Да светит тебе. Так, а тут чего у нас? Нет, это не подойдет. Ну вот это самая такая. Самая нормальная. Ну все. Ну да, и туда полетели. А здесь, а тут есть тавер, где двойной опыт собирается. Как бы замечательно было бы. На самом деле. Так, 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 ты. Доброго ветра. Спасибо. Хранит тебя мать. Нет, нифига. Можно на той стороне. А что тут сделать надо? Что он поврежден? Нифига себе здесь что творится. Ты что творишь-то вообще? Что это такое? Приветствую. Так, понятно. Так, кожа, ловкость. Нет. Не круче, надо вот это взять. Ступай с миром. Так, потом шторм повреждать будем. Что привело тебя сюда? Как жизнь? Так, принеси 5. Счастливо! Это туда что ли надо? Я так и думал. Ничего особо сильно не изменилось, нифига. А здесь таверна? Да, вот, наверное. Здесь мы заканчиваем как раз.
Ну что, всем хорошего дня, всем удачи. Продолжение следует. Увидимся в следующей серии. Всем пока и хорошего дня.